Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаем дальше сборку и покраску автомобиля Mercedes-Benz 3000 от фирмы ICM. И в этой части, в этой серии я задую модель черным цветом. Как бы пришейдингом это не назовешь. Где-то будет пришейдинг, а где-то буду полностью задувать черный цвет, например, раму, салон, чтобы когда буду красить основным цветом, правда, с основным цветом пока что не определился, думаю, в какой цвет красить, или в классический серый немецкий, или в дункель. Как бы и в камуфляже машина очень интересно смотрится, и в сером немецком. Поэтому пока что я в раздумьях. И у меня еще есть денек подумать. Наносить черный цвет буду от фирмы Tamiya X18 полуматовый. Разводить буду растворителем Мистер Хобби 110. Очень хорошо подходит под тамиевские краски. Так же, как и тамиевский растворитель, хорошо подходит под акриловые краски Мистер Хобби. Также часто меня спрашивают, каким аэрографом я крашу. Крашу, друзья, вот таким вот аэрографом. ХС-кой Ультра. Довольно бюджетный аэрограф, бюджетная модель. Но при этом очень хорошо с ним работать и очень приятно. Сейчас подготовлю свой покрасочный бокс. И не бокс, а покрасочный стенд. Очень доволен. И хочу, друзья, вам его порекомендовать. После того, как у меня появился, я очень рад. Удобная вещь. Очень удобно на нем красить модели. Постоянно можно подкручивать, поворачивать ту сторону, которую вам надо покрасить. Также понравилось на этом стенде работать и с пигментами, и понравилось работать с маслом. Данную модель, также аэрограф и стенд вы без проблем можете, друзья, если они есть в наличии, приобрести в интернет-магазине «Я моделист». Ссылочки будут в описании под видео. Ну а теперь продолжаем работать. Подготовил модель, снял двери. И теперь перед покраской надо снять с дисков покрышки. Что хочу сказать по модели. Модель в сборке очень понравилась. Ничего тяжелого. Пластик очень хорошо обрабатывался. И все очень хорошо собиралось. Без каких-либо проблем. Начну задувать, друзья, с салона. Это самое такое труднодоступное место. И надо хорошо постараться задуть все такие труднодоступные места, чтобы не оказалось никаких непрокрасок в итоге. Поэтому аккуратненько на средней подаче краски задуваем внутренности салона. Работаю без грунтовки. Многие мои подписчики знают, что я не люблю запах нитрокраски. Приходится красить без грунта.
Закончил, друзья, делать своеобразный пришейдинг. Так вот все пока что получается на данный момент. Теперь дам примерно часов 12 просохнуть этому всему, всей краски. И буду уже наносить базовый цвет. Сейчас определюсь с базовым цветом и буду красить. Как раз на это есть еще ночь подумать. Вот так вот все смотрится. Модель, конечно, интересная, симпатичная. Поэтому, друзья, присмотритесь к ней. И если нравится, можете ее прикупить. Мне данный набор понравился. На этом буду заканчивать эту серию. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч, друзья!